Всем привет, с вами Супер, сегодня будем играть в CSGO. Вот меня разблокировали. Я был забанен на неделю, в принципе, как всегда. Cobblestone и офис будем играть. Это мои любимые карты. Вот. Значит, такие у меня скины, не самые топовые. Пока что будет искаться, я пока зайду в CSGO Time и буду продавать этот маг, потому что он мне не нужен. Я скины только не люблю. Я этот выбил на какой-то CSGO сайте, короче. 200 рублей закинул, в итоге только поднял 100 рублей, да? Проебал минус 100 рублей, то есть минус 500 тенге. Ладно, сейчас... Сейчас это будет 1 секунда, для меня это будет поиск где-то 1-2 минуты. Еще заходить на тот сайт. Окей, ждем. Надеюсь, выпадет карта офис. Ну, либо кабусон, без разницы, какая карта. Окей, принимаю. И отхожу. Такой. F10 нажал, оказывается, можно выходить через F10. Зря поставил бандитами. Ну ладно, разницы нету. Надо, значит, еще потише поставить звук, потому что меня не будет слышно, да? Потому что динамики у меня. Ну, давайте сейчас я отойду еще раз на секунду. Так, вроде звук настроен, но теперь меня не слышно в CSGO, да? Очень тихо. Ну ладно. Пойдет, в принципе. Hello, guys. Всем cool, привет. Hello, hello. Вроде это какие-то Ирак, что ли, или Аллах Бабах. Вот. Как видите, я скилл еще не просрал, так что будем играть. Я хочу поднять калаша, так что в ближайшие, я не знаю, месяцы, я надеюсь, я подниму себе калаш. И буду я топовым игроком. CSGO. Вот, видите, как надо зажимать. Ему не повезло, потому что М-ки 20 патронов. Я там увидел чувака, но ничего страшного. Отсюда зайдем, зажмем и убьем. Да, тупо зажимаем и убиваем. 0 скилла, больше пинга. 128, да. Надеюсь, у меня пинг не поднимется, потому что не хочу, чтобы у меня лагало. Вот. Да, блин. Ну, я пытался. Давайте куплю автонук. Ой, нагиф, ну ладно, разницы нет. Хотела автонуку купить, просто посмотреть на 20 секунд, как она там собирается. Может, что-то изменили. Так, зажимаем, смотрим. Никого вроде нету. Перезаряжаем. Тем более на карте показаны наши игроки, наши товарищи, соратники, слуги. Восстаньте из тьмы. Кельтузат, короче, с хардстоун. Вроде он еще есть в ворфке. Окей, go B. Go B! I'm YouTuber, it's a video. Go. My nickname YouTube channel it's super. Напишем даже. Yes, super. Fuck, it's rush. It's rush, it's rush. Да, с Desert Eagle я хорошо стреляю. Это рандом. Ну, попытаемся. Last short, short long. Надеюсь, не затащит. Да, в принципе, должны. Ту-ту-ту. Ну, в принципе, я не ожидал, что игрок будет там. Тем более двое. Ну, одного убил как-то. Они что-то странно не умели попадать, что ли. Не смогли тупо попасть. Ну, ладно, это хорошо. Окей. Что-то сейчас купим. Ну, я не знаю, что купить, на самом деле. Давайте просто, пока у меня есть неоновый гонщик, хотя я его сейчас продаю за 97 рублей. Хотел за 110, то есть вчера за 110 я мог бы продать. Ну, да ладно, мне сейчас тупо деньги нужны, из-за этого я буду продавать. Да, наш шмот CSGO, в принципе, не жалко. Играем, короче. Так. Там игроки. Вроде все, никого нет. Гоу-гоу-гоу. Так. Plant. Last B, door. Я по карте просто смотрю. Good job. Так. Юспик возьмем. Посмотрим, как я буду стрелять с юспиком. Это, то есть, ну, вы сами понимаете, это первый запуск в CSGO, когда меня забанили на неделю. Я вообще не играл ни разу, ни... не вот эти, которые гонки на вооружение, ни на каких картах я не играл.
Ладно, все, пойдемте. Флешку купим. Блин, я хотел флешку купить, ну ладно. Вернется. Кинем тупо гранату и залетаем. Зажал у меня, залагал, но я как-то убил. Это было очень странно, ну ладно. Здесь никого нету, потому что бывает иногда на чике не прячутся игроки, и убить их сложно. Не то, что сложно, неудобно. Молот кину туда, если кто-то пойдет. Так, тут молот еще есть. И вот этот получше МП7-ка. Так, окей, сейчас кондиционер выключу. Пошли дальше катать. Бычок. Окей. Пойдемте. Куда пойдет тьма? Ну на, пойдем. Where are you from? Where are you from? Мне очень интересно. Флешку кинем. Блин, я мог бы убить, но, как видите, я тупанул, убежал. Зря убегал, у того были глаза. За флешем. Давайте поможем желтому. Бэк-бэк, айхал. Вроде кто-то должен быть отсюда. Сейчас посмотрим. Зажимаем, убиваем и дальше идем. Гоу-гоу-гоу. Бычок. Хотя я всех убил, но ладно. Эмочку убираем. Ну, я не хочу юспиком бегать. Давайте купим что-то получше. Авто тоже не хочу. Дезерт игру куплю. Еще сдали стрелять, потому что эмочка не канает. Ну, по пульке может. Давайте дадим бомбу оранжевую. На последнем месте пусть поднимается. От пачка. Я пойду на Б, они пусть идут на А. Это будет тактикал плей. Так, кидаем гранату обычно. Флешечку. И залетаем. Фак. Ну, хорошо залетел, конечно. Очень хорошо. Напишем минус 43 сразу. Ну, 10к бабла. Сейчас я куплю себе, наверное, АВП-шку. Я не так хорошо стреляю с ней, но постараюсь сделать много хилов. Окей. Last B. Так, окей, посмотрим. За синим. Так, что он? Ну, окей, it's safe. Походу сейф, потому что не видно игрока. Maybe it's safe, maybe it's spawn. Yes, it's T-spawn, T-spawn. Ну вот. No, T-spawn, упс. Я перепутал T-spawn с T-spawn, ну ладно. Смотрим, значит. Ну, он уже, наверное, убежал, да, убежал. Вряд ли будет стоять в одном месте, тем более. Блин, наши двое слились. Ну, а самое главное, затащили. Бабки у нас есть. АВП-шка есть. Калаши проебать, в принципе, пофиг. Сейчас купим АВП-шку. Да, у меня есть такой скин. Ну, стоит-то пару рублей. Может, вообще пару копеек. Купим флеху, купим. Вместо блока дигл купим. Надеюсь, теперь не надо слить АВП-шку, да. Самое главное, не слить АВП-шку. Все-таки 5к бабла. Гранатку. В принципе, тут все по Фаренгейту. Молота хочу туда кинуть, потому что в то время игрок там был. Смотрим. Там кто-то есть. Окей, ясно. Окей, help me, blue, help. Пучок. Back, help. Nice. Сейчас проверимся.
Тебе что? Нихуя нету. Так. Ну все. В принципе, пойдет. Тащим. Так, куплю броник, потому что броник сломанный, если вы не знали, наносится на него больше урона. А фульный броник более лучше. Не знаю, какая национальность, но вроде то ли какие-то турки, то ли арабы. Скорее всего, арабы, потому что лайт тут какие-то. Никнеймы странные. Легкие сразу. Вроде игроков не видно. Мотки. Найс, залетели, блин. Минус АВП. Минус 65. Его еще не убили. Last drop. Maybe door, maybe door. AVP. Блин, зря я АВП проебал. Ну, короче, не буду покупать авик. Как видите, я очень плохо играю. На последний месяц. Очень-очень плохо играю. Ну, в принципе, спокойно сейчас поднимусь на первое место. Потому что они тупо сливные какие-то, я не понимаю. Три звезды и сливные игроки. Что даже я с первой катки уже тащу. Да. Сейчас какой-то такой день, я более энергичный. Может быть, из-за того, что я кока-колу выпил. Не знаю. Так. Ну, калашик, ладно, куплю. Не хочу с авиком бегать. И вместо вот этого гребного Desert Eagle. Хотя вообще пистолет я что-то не использую, так что давайте самый дешевый купим. I go away, no problem. Так, кинем гранату. Просто хочу покидать гранатки. Все, пошел. А то сейчас они будут орать. Типа, go away, go away, блин. Так, две флохи подкидываем туда, пока смог стоит. Раз, два, все, залетаем. О, найс, залетел, конечно. It's AVP, AVP, mid. Зря мы на А пошли, надо было идти на Б. Мы бы, наверное, даже затащили. Ну, одного должен убить желтый. Хотя бы одного должен убить. Мы его буду сейчас сзади рашить. Через Б, через А. Ну, сейчас посмотрим, может быть, он будет рашить, будет тупо сидеть. До конца, пока желтый не умер. Ну, там АВП вроде. Да, это М-ка. Ну, сейчас посмотрим. Ну, вроде, да, на среднем месте. Я думаю, на первом месте, ну ладно. Так, посмотрим. Ну, это из-за меня, наверное, следит катку, да? Я зря нашел на Б и накидал гранат. Фейковых. Якобы мы идем на Б. Ну, может быть, не зря из-за этого сейчас желтый сделает эйс. Я не знаю, сколько у него киллов было до этого. А, нет, эйс не сделает. Вроде одного убили, да. Эйс не сделает. Ну, затащит только красавчик. 15 патронов, 10 секунд. Go plant. Не успеет. 5 секунд, фак. Или успеет. Окей, настрой. Блин. Просто лаз убежал и по времени только затащил. Ладно, короче, вот последний раз покупал АВП. Если сейчас я не сделал 2 килла, тогда нахер не буду покупать. Может быть, из-за того, что я иду на верхнюю точку, а не на шорт сам. Б. Не на шорт, как это называется? О, как? Она губи, губи. Не надо найти. Черт. Флэх одна и залетаем тупо с АВП. Игроков я не вижу. Так, что да. Не знаю, они стоят просто. Хотя тут чисто. Пистолетом залетаем. Найс, мото. Ну это вроде контрики кинули. Так что окей. Так, ну нормально. По гранатам посмотрим, что тут есть.
Блин, из-за раста я думаю, что надо что-то подбирать. Типа гранаты, знаете, F1, там. Сишки могут быть. Go rush, I go. Go plant, clear. Окей. Last там с АВП, окей. Don't rush. Stone. Don't pick, нахуй, пик. Дробаш возьму. Да, сверхплей. Да, найс, блядь, пиздец, нахуй. Зря я дробаш брал. Надо было с АВП идти. О, фак, сори, гайс. It's very lucky. Ладно, нормально, в принципе. Дадим гранату, бомбу, я не хочу просто с ней бегать. К черту эту бомбу. И я просто выиграл по таймингу. Нормально. На последнем месте в итоге затащил из-за тайминга. Какую-то хуйню сделал на самом деле, да? Блин, я альт зажимаю, когда смотрю. Блин, раз переиграл. Зря раз играю. Ну, короче, перестану играть. Пойду тупо на CSGO. Куда он стреляет? Даун. Раз. Перезаряжаем. Ну, я не знаю. Две патрона перезаряжать, это как-то не тактично. Ну, что типа поделаешь. Нанесли 69 урона. Нормально. Думал, сейчас в хэд попаду и убью. Окей. Ну, вроде все были на Б. Го-го. Напиши го. Чек, дор. Дор. Ну, на дверях точно должно быть, потому что только две точки. Дор и вот это окно. Эх, черт. Ну, ладно, ничего страшного. Ну, мы хорошо играем. Мы очень хорошо играем. Надеюсь, мне дадут калаш. Сейчас пошу. Дроп. О, найс. Килл. Окей, напишем киллы просто. Контриков сейчас поубиваем. Сейчас дропим и кейплейс. Если у них есть деньги, если они не жадны. Drop me a K. Если не дадут, ну если не дадут, ладно, пойду. Просто вот так. Drop me, please. Окей. Drop me a K. What the fuck? Окей. Так будем мигать, там тащить. Я и не понимаю их них слов, так что насрать. Гранату покидаем. О, как раз клаш вроде. Нет, не клаш. Не я очень надеялся на клаш. Вот сучка. Хэд попал. Ну не так уж много урона. Сейчас подождем до 15 секунд просто. Хочу посмотреть, смогу ли я затащить или нет. Блять, двое ебануться. Из-за паники я тупо зажал и сдох. Блин, реально, калаш бы я так и так всрал бы. Да уж. Ну, это был халявный калаш, так что ладно. Покупал наш тиммейт, который слился. У меня при том, что больше киллов, чем у оранжевого, он просто по очкам поднялся, да? 21 очко. У меня 15 очков. Подождите, откуда у меня очки, если у нас, в принципе, одинаковые звездочки, и у меня и то больше киллов, и больше этого. Я даже не знаю. Может быть, из-за пинга. Да, может быть, уже не считает по очкам. Хотя нет, все вроде по очкам стоит, да? Я сейчас пойду за раш тупо, кидаю флеху и гранатами, точнее, дезертиглами затащу. Попытаюсь, конечно, не получится, так ладно. В принципе, один раунд проебать, ничего страшного. Они еще говорили, что-то хотели меня, что ли, кикнуть, я не знаю. И да раз, блядь, через эту гребаную балку меня перестрелял.
Ах, зря я патроны некоторые проебал. Надо было в упор прям идти и зажимать Desert Eagle. Накликивать. Какой-то контент дерьмо вышло на самом деле. Я на последнем месте. Ну, в принципе, как всегда, когда я выигрываю, да, я на последнем месте. А когда я, наоборот, на первом месте, да, на первом месте, тогда мы сливаем катку, потому что хуже меня играть, это капец будет. Если только лучше. Да. Я не знаю, как буду калаш поднимать, если так подумать. Ну, в хэты, в принципе, я умею стрелять, все могу я делать. Чекать, кидать гранаты умею, нормально все умею делать, но, видите, мой английский не помогает мне, и я иногда не понимаю своих тиммейтов. Ну, иногда выпадают тиммейты дно вообще, дно меня, блин, вообще не умеют играть, и у них пинги по 999. Вот это как убило, я не знаю, но репорт не будем кидать, вроде все правильно сделал. Ну, хотя на первом месте вот этот человек, рус. У меня есть подозрения небольшие, что он читер. Да, скорее всего, он читер, потому что ни одной медальки нету, и тупо все золотые звездочки. Хотя я уже играю 2 года в этот грёбаный CSGO, и у меня вот такие. Да, блин, надо делать вот эти задания, или как это называется, ачивки. Хуинки. Поднять и быть крутым. У меня, кстати, вот видите, такая звездочка есть. Крутая. Уже синяя, то есть я 100 левелов поднял. И вот такая есть медалька. 50 левелов один раз поднял. Кидаем ложную, флажку закидываем. И будем залетать с фиолетовым, надеюсь. Для фиолетовый тупо залетит. Либо сливает. Окей, флажку кидаем, смотрим. Будущее. Сейчас чекай, надо как-то играть более осторожно, да? Командный плей надо делать. Блять, там пиздюк, it's MVP. А, еще тут здесь шип же, блин, я забыл. Из-за гребаного раз, как говорил. Всякое можно проебать. О, щит. Я не знаю, что будем делать. Делать что будем-то? Пизда нам тут. Что сказать? Ну, можно попытаться обойти, либо... Калаш подберу лучше, мамочка. Блять, вообще нихуя не попал. Сука. А это вроде вообще в АФК что ли был? Хер знает. А что-то мы сейчас можем слить, кстати. Они вам закомбачили очень хорошо. Очень даже хорошо. Очень хорошо, но я еще раз попытаюсь зарашить. Да, сколько попыток было, я тупо вздыхал. Ну все. Я теперь 100% надеюсь, что я поднимусь и буду на первом месте. Ну хотя бы на предпоследнем. Либо на серединке. Короче, без разницы, но не последний, короче. Попытаемся, попытаемся. Надо было залетать, да, надо было залетать. Ну ладно. Мол, это закончится, залетаю, значит. Либо попытаюсь, тупо зажму и отойду, да? Фак. Минус 60. 4 попадания. Окей, сейчас на, пойдем, скажу, на, пойдемте. О, на калаш, кстати, хватает. Ой. Сейчас затащим. Ладно, бомбу с собой возьму. Чё бояться-то? Заплыть, чё, 5 секунд. Просто боюсь запалить эту бомбу и потом все пиздец. Они узнают, куда идти. Хотя они так и узнают, если один игрок будет. Потому что террористы всегда ходят, в принципе, вместе. Иногда бывают такие моменты, что разделяются. Но это не очень. Давай, тащи с калашом. Это что тут у нас? Авик, да? Не, не буду брать. К черту авик. Мамочка тоже к черту калаш лучше. Калаш топ в CSGO. И в других, в принципе, тоже играх. Сейчас смотрите, меня первым сольют, да? Или не сольют.
Кинем сюда смог, чё, блин. Блядь. Окей, найс. Блин, ну хотя бы я заплантил и получил 2 очка. Было 15 очков. Что-то надо делать для тьмы. Надо тащить. Зак это. Блин, гребаный интер. Духа. Все, короче, раз перестаю играть, удаляю. И будем играть чисто в кеску. Да, у меня есть 2 стартрек оружия. Это слоновая кость, стоит вроде 9 рублей. И скумбия, который стоит тоже 15. Я не знаю, короче, очень дешево тоже. Ну, пока этим походим. Все броники, чтобы побольше пожить. Через мид пойдем. Если мид будет чист, я пойду на Б-раш сразу. Сейчас посмотрим. Найс, просто хэт дал. Даже броник меня не спас. Блин, киллер Рус, ты чё, блин, такой, блин, жесткий-то? Чувак, ты очень жесткий. Давай посмотрим, тебе вакбан дадут-то или нет. Хотя, когда я кидаю репорт, я вам бешу расскажу, один из 10 случаев по-любому вакбан дает. Потому что я прям чувствую, если я знаю, чувствую, что он читер, то он идет в вакбан. Так, давай, тащи фиолетовый. Хотя мне надо тащить. Мне надо много киллов сделать. Я не знаю, как будем камбэчить. Давайте я вам помолчу лучше. Я как-то сконцентрирован более. Лучше играю, может быть. Может быть, я не верю. Ой, блин. Так, окей. 1500 баксов. У меня есть графики разные, могу, в принципе, поставить. Но они по одной штуке, я их поставил, типа. Потом поставить. Че тут? Ну, вроде что-то покупает. Ладно, то что. Я просто с этим гребаным P2000 не могу стрелять. А FSL мой любимый, да? Я смотрел видеообзоры различных ютуберов. Реальных именно. Реальных FSL, который в Европе, там в США продается. И, как видите, я не убил. И даже уровня минус. На это минус 1500 баксов. Таким же успехом я мог бы не покупать ни броник, ни 5-7 и остаться в плюсе в 2050 баксов, как у фиолетового. Фиолетовый все правильно сделал, копил и копит. Ну окей. Просто я увидел, что вся тьма покупает, то есть 3 игрока, и подумал тоже, чего бы не купить. Давай, убивай. Бан-бан-бан-бан. Вся тема, значит, зря покупала. Все покупала. И я не буду ничего покупать. Попытаемся тупо пить 2000 затащить и сделать стартрек более или менее. Потому что я его недавно покупал, а меня недавно, в принципе, забанили. Да, все, 4 кило. Один день только с ними сыграл. И с FSM то же самое. Я в тот же день купил. Ну, я вот, у меня есть предположение, чтобы FSM, да, и этот P2000, не продавать его и каждый день набивать сколько-то стартрека. А я сейчас замучу эту фиолетовую, я не понимаю, ничего на английском не говорит, на турецком, что ли? Нет, speak English сделать. Speak какое-то дерьмо, да? Давай, замучим все равно. Сейчас здесь кто-то на турецком. Понимаю, ну просто я их не понимаю. Они-то, ладно, друг друга, наверное, общаются. Как-то, да? Этого еще репорт кинем. Потому что я чувствую его забанят. Уже очень скоро. Молодец. О, один хп сейчас прикл и убьет еще троих. Это будет найс момент. Сейф. Да, в принципе, круто. Тут 5-7 у него. Петушок. И граната. Да, наверное, мне еще мышка очень сильно кликает. У меня обычная мышка, не топовая. Называется Deluxe. Уже я использую ее 2 года. И, в принципе, меня она устраивает. Хотя клики приходится иногда нажимать сильнее, она просто уже кнопочка тупит. То есть там вроде до 2 миллионов кликов можно сделать, а больше уже нельзя. Повезло синему, с одним хп выжить, это тоже труд. Молодец. И как тот не зачекал, непонятно. Окей, покупаемся или нет? Сейчас посмотрим, если один еще кто-то купит, тогда я тоже куплю эмочку. Не буду вот это говно ложную гранату, потому что все знают, это что хуйня. Что на мапе только показывают, что где игрок этот гребаный, и все. Якобы.
Обе, чуть по своим не попал. Я хотела сломать вот эти вазочки с цветком. Ладно, пойдем тащить. Ух, пойду на Б. Нет, я вижу, что на А идут убивать. Это Б. Бомба на Б, значит, нам надо на Б. Фиолетовому надо было бы помочь, но лучше помочь синим. Потому что здесь это самая важная точечка. Окей. Окей, цей, цей. Это я вам гарантирую. Могу еще кончить. Да ну нахуй! What the fuck? Я, блять, он пидорас. Может быть тоже он чит. Сейчас посмотрю просто. Медаль. Я не понимаю, как на трех звездах нету медалек-то? Может быть, я не знаю. Бустеры, да, или как они называются-то? Смурфы, да, но вряд. Очень вряд. Наверное, он сидит, поджидает наших двух товарищей. Найс. Думал на пушках спрятаться. Но не смог. Подлец. 6 винов и все, мы уже выиграем. Как моих киллов, то все, мы из вин. Куплю себе. Представляете, может быть, я их не дроп отобью. То есть у них там клаш заберу и будет самый сок, самый топ. Блин, у меня при том, что звездочка-то синяя, у всех-то беленькая. Мне надо подниматься, да? Да, мне надо подниматься. Я как думал, сыграю, потому что неделю не играл, как говорил. Я раз гребаный задротил. И раз мне ничего не дал. Он показал только, что надо лутаться, добывать серу, и вас тупо рейдит, и все, у вас нихуя нету. Это просто охуенно. Сейчас встанем. Будем сидеть. Не будем топтаться, то, когда топчешься, все слушает. Вроде это Б. Вроде это Б. Мне так прям чувствуется, что сейчас на меня пойдут, и я сдохну. В принципе, как всегда. 15. Смети, я сдох. Ах, окей, ждем. Ну, одна минута, они должны что-то тактично сделать. Они тактично не делают, они тупят, идут на... Хотя уже половина у них слились. И у нас тоже. One meet, one meet. Так, поможешь желтым? Фак, блин. Давай, тащи. Блядь. Значит, зря я выходил, надо было сидеть. Окей. Блин, я сижу, когда сижу, блин, они не идут, собаки. Блин, купил ложное место световое. Все, играем, короче, играем. Ладно, даже поставлю просто. Значит, когда я граффити ставлю, значит, всё, я готов тащить. Когда одно граффити остается, я ее ставлю. Я готов тащить. На вам гранаты, фашисты. Туэй. Вроде двое было. Ицей, ицей, ицей. Let's go. Help me. Fuck. Go rush, rush, rush. Nice, nice. Take a K, meet. Blue, take, take. Okay, nice. Maybe B. Да, это Б, походу. Потому что бомба-то не была зачекана. А, нет, нет. Зря сказал, что это Б, надо было молчать. Может быть, они бы затащили. Фак. Вот видите, иногда, когда чувствуешь, она не чувствуется. Это тупо фейк. Ну я тут же понял, что он возле бомбы сидит. И если он выйдет, он спокойно может синего убить. А синим... Ну это надо в хэд попасть, то есть тоже шанс маленький. Oh, very nice. Самое главное, не сгори. Don't fire, what the fuck? Shit, okay. Very nice. Окей, okay, nice try. Блин, пиздец на огне сдох, блядь. Oh, fuck. Ладно, пойду сейчас тупо зарашу, если сейчас не получится, значит они пиздюки ебаные. Ебаные пиздюки, значит. Именно террористы, потому что они, блядь, хуйсасы, блядь, ебанут. Суки, блядь. Молота ровно кинули, блядь, а наши даун... Я прям чуть-чуть вот, от когда неприятность, да, она чувствуется очень жестко.
А когда я вот думаю, что вот зачекал я красавчик. Хатный твой. Где блю? Окей. Окей, one meet. Блю, help me. Окей, 2A, it's 2A, maybe. Мид. Пойду сейчас зарашу. Надеюсь, кто-то выйдет. Я его зажму и убью его, и заберу его от ВП. Драгонлор. It's B, BB. Да, это Б. Найс, я убил. Это был ССГ. Ну, мне это не надо. Нет, это не интересует. Калаш мне очень интересен. Да-да. Ах, Найс, все. Теперь надо тащить. Все, у меня калаш. Калаш не надо всрать. Надо затащить карточку. Блин, зря купил броник, потому что у меня было 98 вроде. ХП броня. Броника. Все. Я поставил этот значок, что я затащу, значит, буду тащить. Графики. Так. Кстати, почему новых графики-то не добавляют? Гипню что-то обленился. Почему он систему антивак не обновит, да? Что-то гипню нажрался-то в Макдональдсе, в KFC, и сейчас годноту не пилит. Хуйней занимается, скины добавляет. А Counter-Strike. Игроки тупо это принимают и хавают. Как блюдится. А номер надо уже переставать делать, потому что скины это херня, надо делать игру. Nice! Oh, fucking nice! Easy peasy, lemon squeezy. Nice, просто really nice, просто я в шоке. Easy, блядь. Oh my god. Easy, блядь. Комбег, блядь. Oh, fuck you, блядь. Террорист, блядь. Найс, nice, просто. Они долбой бы тупо вышли, блядь, я их зажал, убил нахуй. Ну это изи было, ребят, просто. Изи лак просто. Ой, они уже друг... Они все уже дизморалят, мы выиграли, ребят. А когда дизморалят, запомните, они уже проигрывают. Они дизморалят друг друга, говорят, fuck you, блядь. Отвлекаются и их тупо зажимаешь, убиваешь. Да-да. На Б, я чувствую, игроки есть. Потом... Либо на КТ-спауне они сидят, потому что дизмораль это очень плохо. Очень плохо заканчивается для террористов и для контриков то же самое. Посмотрим, что тут. О май гад. Окей, last. Залетаем, смотрим. Окей, last. Бомб. Окей, let's go. Давай, убивать. Ну, я чувствую все. Good job, very nice, my team. Молодцы просто. Нет, теперь надо подняться, самое главное. Симка бабла. Надо накупиться просто куча хавчика. Куча годноты. Гранаты, блин. Пистолетики. Пистолет, кстати, я не купил. Может быть, купить? Нет. Пойдет, надо стартер капать. Для слоновой кости. Все, пошли дальше. Осталось 3 раунда тупо затащить. Но это изи будет. Они уже задизморальные просто. До конца у нас куча бабла. У них нихера бабла нету. Они бомжи, мы миллионеры. Ну, не то, что миллионеры, у нас просто деньги есть. На закуп. На фул закуп. Мод кину, если они будут рашить. Они-то чеснок-то не видят. Ну, сейчас уже, наверное, видят, да? Они, наверное, сидят, да. Некоторые игроки все-таки не задизмораленные, всех замутили и как-то пытаются выиграть каточку. Сейчас чеснок, отвечаю, кто-то должен быть. Я же сказал. Ну, я слышал, ну ладно. One meet, окей. 15 HP, 15 HP. Половина HP, то есть. Дор, оранж. Вроде дверь. Окей, it's rush. Orange, let's go. Good job. Last 15 HP. Ну, должен затащить, это вообще бомж.
Stay the bomb. Пусть посидят на бомбе, потому что бомба у нас. За 30 секунд он, в принципе, ничего не сделает. Хотя он может убить последнее место, да? Бывают такие случаи, когда последнее место делает эйс. Да, всякое бывает. Но сейчас у него не получилось. Все, два раунда все мы затащили. Самое главное, чтобы меня не кикнули. Все, не буду пиздеть. Знаете, в конце не пиздите, когда вы на последнем месте. Это вам совет от Супера. Потому что если вы будете пиздеть, они услышат вас, посмотрят на таблицу, увидят, что вы нуб, возьмет и вас тупо кикнет. Да. На 15-м раунде уже кикать нельзя. Так что да. Все, тебе надо продержаться одну минуту как-нибудь. И не попадать по своим, и не убивать их. Все. Флешку давайте вот так кинем. Слабо. Ну, как видите, CSGO плей я, в принципе, не забыл, но я сдох от гребаного негра. Блять, на втором месте, который находится. Давайте посмотрим просто. Ну, медалька есть, смысл ему жалко кидать. Он хорошо играет, ну, просто кину. Может быть. Какой-то шанс есть, что его забанят за то, что он читер. Но это очень редко бывает. Потому что гребаный ВАК-систему, блин, починили бы, блин, нормально попилили бы. Чтобы все читеров просто казнить, я не знаю. Вакбан навсегда отдать на все игры просто. Супер вакбан. Так и будет называться. Чтобы всем супер вакбан дать, и чтобы они сидели молча. Свои 4 покупают по 100, по 200 рублей. Я не знаю, сколько стоит, может, даже есть бесплатный про CSGO. Но бесплатный про CSGO они не сразу палятся. А за 200-300 рублей они... Вот когда репорт кидаете, ну, не знаю, у меня лично такое происходит. Репорт кидаете, к примеру. И здесь иногда выходит унковный. Скажите, почему это происходит, если кто смотрит видео, конечно, до конца. Почему это происходит, да? Все, nice, my team. Ну, я закомбэчили, потому что мы могли бы, в принципе, проиграть в этих раундах, да? Если мы были бы за день разморалены. Но я был энергичный, я поднял свою команду, хотя на последнем месте был. Поднял команду с колен, да? Убил там несколько игроков. Именно вот этот раунд, вот этот переломный, когда я убил нескольких игроков, вроде двоих или троих, этот переломный момент, им уже все, они уже думают, все, мы проиграли. Потому что последнее место сделал 3 килла. Просто сидя по одной пульке, стреляя. Это же жестко, это просто жестко. Я хочу на Б пойти. На, что-то ходил, сливался кучу раз. Не хочу. Хочу на Б. И затащить карточку. Хотя один синий, наверное, ничего не сделает. На. Но я надеюсь, они на Б все пошли. Б клир. И цей, окей. Это А. Окей, не проблема. Самое главное, синим помочь. Блю, ай, хелпи. Хелпа не мило. Зажмем, может, кому-то попадем. Может быть, шанс очень маленький, но есть. Здесь хочу посидеть. У меня есть, в принципе, пустота вот такая. В этом уголку, потому что здесь не видно. Тут такая стеночка. Когда будет чекать, быстро будет чекать, я их зажму, убью там всех пятерых и сделаю эйс. И буду на первом месте. Не на первом, на предпоследнем хотя бы. Хотя вроде эйс ничего не даст. Но сейчас посмотрим. Посмотрим сейчас. Я уже готов нажимать на петушка. Петушка я уже готов зажимать. Easy peasy lemon squeezy. Orange, help me. Oh my god, it's easy peasy lemon squeezy. Subscribe to the super, please. При том, что две звезды выше меня играет. Да. Ну ладно, ничего страшного, сейчас. Будем заканчивать на этом видеоролик. Я буду сейчас играть сам лично в CSGO. Да. Самое главное, что затащили карточку. Смотрим, значит. Из-за чего меня забанили-то? Сейчас. Наши матчи. Меня на этом раунде забанили за то, что я своих убивал. Да, видите, на последнем месте. Они дезморалили меня, вот эти уюбки, блин. Русские, блин. Legend, вот эти пиздюки. Они, наверное, сейчас смотрят, да? Пиздюки. Потому что сами виноваты. Здесь мы затащили на первом месте. Хотя вот видите, бывает, когда на первом месте я тащу. Потому что команда-то тоже хорошая, по 2 скиллов-то делает. Ну, иногда на втором месте бываем. На предпоследнем, на серединке, на предпоследнем и на серединке. Ну, вот иногда бывает на последнем месте, когда мне везет, когда я удачливый. Ладно, короче, сейчас сам сыграю CSGO, потому что я не хочу снимать видеоролик. Потому что, знаете, когда много снимаешь через Bandicam или Fraps, она весит гигабайты, если вы не знаете, 2 или 3 гигабайта. Да, блядь, YouTube это очень сложно. Это надо сжимать, монтировать и 500 мегабайт как-то запихивать в YouTube.
Да, это, в принципе, тоже труд. Так что, с вами был я, Супер. Если понравилось это видео, поставьте лайк большой такой. Заберите лайк. Тут даже будет монтаж, вот так выходит. Subscribe, подпишись и поставь лайк. Все. Всем удачи. Значит, и всем пока-пока. Еще можете подписаться, кстати, в группу ВКонтакте и на лайф-канал. Если хотите. Если не хотите, ну, как хотите. Там будет годный контент. Да-да-да-да. Да-да.